Добрый день, уважаемые телезрители и гости нашей республики. Сегодня у нас зарегистрировано 85 новых случаев. Традиционно наибольшее количество в городе Якутске – 50, и в 16 районах нашей республики – от 1 до 9. Максимальное количество – Мегино-Кангаласский район. Хотелось бы сказать, что мы продолжаем усиленно проводить тестирование. Всего за сутки сделано больше 1000 тестов. Выявлено, как я уже сказала, 85 новых подтвержденных случаев. И несмотря на то, что с 19 апреля были усилены ограничительные мероприятия указом главы, к сожалению, мы видим, что результат сегодня по республике не тот, который мы ожидаем. Поэтому еще раз призываем всех к дистанцированию, ношению масок. Данный вид санитарно-противоэпидемических мер не снят по всей стране и также и нашей республике. Что касается вакцинации, то мы привили 92% от имеющейся вакцины, 104 666 человек получили первую дозу, чуть меньше 50% вторую, и 25 тысяч человек получили вакцину старше 60 лет. Хотелось бы призывать точно так же жителей старшего поколения нашей республики на прохождение вакцинации. Вы можете записаться в госуслугах, также можете обратиться непосредственно напрямую в поликлинику. Мы сегодня видим, что, к сожалению, рост заболеваемости по всей стране идет, и республика здесь не исключение. И, к сожалению, определенная категория лиц, которые сегодня заболевают, это дети, это возраст студенческий, и, к сожалению, наибольшее число – это, конечно, старшее поколение. И самым важным и правильным решением для профилактики – это, конечно, вакцинация. Что касается праздничных дней, то уже объявлено по всей стране, что с 1 по 10 мая во всей стране это будут выходные дни. Режим проведения первомайских мероприятий и 9 мая определен как онлайн, поэтому я думаю, что буквально в среду будет дополнительное заседание оперативного штаба. Под руководством главы будут вынесены дополнительные меры, значит, и приняты определенные решения, о которых мы чуть позже вам доведем. Спасибо большое, будьте здоровы.